В этом зале Майя Ивановна проводила и проводит шаляпинские чтения. На одном из последних заседаний кружка, либо как правильно называется, Майя Ивановна, присутствовала Прасковья Ивановна. Сейчас она ушла в другое измерение. Майя Ивановна, в этом году исполняется 95 лет Прасковьи Ивановны. Какие мероприятия у вас запланированы? День рождения Прасковьи Ивановны Чистолёвой 22 октября в 15:30 у нас будет открытие выставки, посвященная Прасковье Ивановне, и будет презентация книги, которая называется «Творческая судьба Чистолёвой». Эта книга тоже посвящена, в первую очередь, памяти Прасковьи Ивановны. Все это состоится в Музее истории просвещения Коми края 22 октября, и начинается это действие в 15:30. Вход. Вход свободный. Приглашаются все желающие. Все желающие. Второе мероприятие, которое будет инициировано 7 декабря, 18:20 в Доме дружбы народов. Это фестиваль «Что в имени твоем учитель», посвященный Прасковье Ивановне Чистолёвой. Вход свободный, приглашаются все желающие, кто причастен к педагогическому мастерству и поэтическому таланту Прасковьи Ивановны. Спасибо.